что это покойник, еле теплый покойник. В лучшем случае покойник вместе с юзером. Причем юзеру иногда покойнику приходится отрывать, мягко говоря, ремнем за шею. Ну, чтобы рассказывали, это абсолютно не байки, это реальная практика в мою службу. Когда пользователь, мягко говоря, производит радость, потом поймете дальше по слайдам, по рынке бывает несколько видов. Тебе говорят, у нас что-то происходит, ты вычисляешь, где это происходит. Но у пользователя машина залочена битлокером, ты вычисляешь этот момент, просто подбегаешь к нему, накидываешь на шею ремень, быстро сдергиваешь, потому что он рефлекторно убирает руки с клавиатуры. Большие ребята заваливают твой саламит и получаешь живую машину. Ну, это к тому, как работает форензик иногда. Я на полном серьезе, я не шучу совершенно. Слайды — это для тех, кто любит всякие там умные вещи почитать, я не всегда. Вот. Разделы форензики, скажем так, форензики, они знают все, не знают ничего на самом деле очень глубоко. Нужно исключительный случай, когда ты уже закопал какой-то артефакт, и для того, чтобы получить какую-то специализацию, ты должен очень глубоко закапываться в тех вопросах. Когда ты ходишь за программистом и говоришь, ну, научи, покажи, расскажи. Ну, и начинаешь там кому-то еще приставать, или с системным администратором, расскажи, как вы это сделали, что у вас так хорошо получилось. Или там начинаешь погружаться в какие-то умные книги, потому что, скажем, чаще всего расследование какого-то инцидента, по большому счету, приводит к тому, что тебе приходится строить математическую модель. Как это происходило? Почему математика? Математика позволяет избавляться от субъективизма вообще в любом исследовании. То есть, если ты что-то сумел переложить на математику, значит, твоего личного ничего там не получится, за исключением статистики. Ну, это проституция от математики, там, кто занимался статистикой, знает. Поэтому все старается описываться в какие-то простые модели, модули, матрицы, в которых есть входные данные, есть преобразование данных, есть какие-то выходные данные, либо этих данных нет. Это артефакт нового толка, да, ты под него строишь какую-то новую матрицу, для того, чтобы понимать, как это работает, и конечный итог форензика — это выдача каких-то рекомендаций, помимо того, что тебе это нужно зафиксировать, причем зафиксировать так, чтобы это было можно рассмотреть где-либо представительной доказательной базы и прикинуть человека там через индию, там, какие-нибудь болезни, написать это сюда, ну или там сомный подворотник, группа Mail.ru, мой привет и большой светлый. Они кардинально решают вопросы, я их обожаю. Ну, не знаю, как часто это будет действительно. Ну, то есть очень много таких нюансов. В Беларуси сразу скажу лайфхак. Саша Махнич, кто знает такой-то, который показывал, как из говна и палок строится безопасность. Мне на конференции очень доходчиво для бизнеса, кто участвовал там, и очень сильно поржали. Я искренне аплодировал. Так он сказал одну простую вещь. В кулуарах, я говорю, Саша, вот расскажите, если вы так вместе, там, продая тайну золотого ключа, как я в Республике Беларусь, не имею никакой нормативной доказательной базы, должен фиксировать образ. Он здесь вызывает нотариуса, при нотариусе снимает образ любым способом, который не искажает конечную мысль, да? И по сути дела, с этим образом дальше можно здесь достать. Я обычно снимаю несколько образов, один у меня остается эталонный, который пойдет. Не для того, чтобы у меня были выходы, кстати, в борьбе, когда на эталонном образе мы раскрывали и расписывали механизм, показывали, как это происходило. А второй образ — это мой виртуальный покойник, с которым я могу там извращаться в пути своей лаборатории. Так, ну и задача здесь все понятно, да, то есть они не безопасны никаких вещей, это задача вообще форензика, это часть этой безопасности. Я вот с предыдущим оратором полностью согласен, когда это часть нашей структуры. Большинство, скажем, проблем, которые происходят, происходят именно от отсутствия культуры поведения, культуры кода, в частности, когда касается разработки, культуры системного администрирования, когда работает системный администратор уровня босса. Ну, то есть у него там момент какой-то забазил, он где-то что-то забыл. И все, форензика — это очень занудная бюджетовская работа, поэтому у нас только обычный эксперт такой. На самом деле мы не работаем с людьми, мы работаем с цифрами в основном. И очень много сидим, потому что для того, чтобы исследовать хотя бы часть каких-то вещей, приходится закапываться в эти дебри, в которых повторяется много бит, цифр и действовать аналоги. Я вот в последнее время очень честно разобил разработку постепенно, потому что я могу не дать там 3 километра логов, когда там сетевые какие-то артефакты попросят. Ребята, сделайте мне выборку по таким признакам, сделайте мне предвзятую выборку, прямую выборку, там, ну, разные вещи. Я потихонечку сложаю, язык еще пробовал, но не хотел немножко времени. Ну, здесь, понятно, по большому счету, как, для чего это все используется, да, то есть расследование, реагирование, исследование, анализ. Это все составные части того же самого процесса форензики. Получается, что кто занимается форензикой, люди достаточно универсальные, по причине того, что ты сам себе и судья, и расследная команда, и все на свете. Ну, потому что большинство внутренних расследований и проводится не через сам. То есть как происходит? Ну,
ты нашел какой-то артефакт, да, что-то выпало там с какого-то момента. Вот у меня последний живой случай, я в DNS трафике нашел трафик, который вообще не паттерн, у меня никогда не было. Через две недели он бы для системы стал абсолютно нормальным трафиком, потому что он представляет, что здесь определенными типами, он бы для системы, которая, вот я на IT-пятнице рассказывал, нельзя верить логом, нельзя верить вендорам, да, потому что они врут. И задача все это продать. Ваша задача разобраться, что на самом деле является правдой, что нет. И вот я стал разбираться, посмотрел, оказалось, что ну, это очень плохой старый поднятый из могилы эксплойт, на который современные антивирусники реагируют, потому что он написан очень крутыми какими-то действиями, используют современные библиотеки, позволяющие DLL, сквозное, мягко говоря, все сквозные инжекции. То есть это легальные библиотеки, которые имеют право от имени там систем обращаться напрямую с инструкциями к ядру. Поэтому они для ядра как бы являются валидными, а вот эксплойт он имеет в этой библиотеке мягко говоря, запускать инструкции, которые мне нужны, которые после того, как они прошли через процесс ядра, собираются в другом месте, нужны, скажем, информацию, и такие сценки. Сейчас очень много гибридных атак, мы со временем, да, договоримся и покажем мастер-класс на живом образе вместе с вами. Мы возьмем честно убитый образ, у меня даже две товарищи его отдали нам, мы сказали, что оно умерло, блин, восстанавливать не будем, и мы можем все вместе на него возвращаться. Мы его сами не изучали. То есть для нас это будет такой полноценный, блин, покойник, уже такой хороший запаском, блин, и мы его вместе расковыряем, причем бесплатными инструментами. То есть форензика дело дорогое, но я опять же старовер, я предпочитаю ручную работу и совершенно бесплатный инструмент я очень задний. То есть это колесо как работает, вот это то, с чем сталкивался каждый из нас. Ну, звучит красиво, это картинка для тех, кто здесь в управлении таких. Ну, я это думаю. Офигеть, наверное. Да не за что. Это открыт для вас. То есть, ну, вот эту картинку показывают там начальникам или каким-то менеджерам, потому что с ними тоже нужно разговаривать с языком, ибо они тебя кормят и иногда делают для тебя всякие полезные вещи. Ну, говорят, молодец, мальчик. Вот. Где взять? Основные источники данных, они всегда находятся в самой системе. На самом деле, в зависимости от того, какой инцидент вы исследуете, с каким артефактом вы работаете, вы можете прийти к абсолютно парадоксальным источникам данных. То есть я не беру там какие-то стандартные, которые вам по большому счету хорошо известны, да? То есть сняли какой-то образ, начали где-то с ним там как-то поработать, стать все утилиты для создания образа, это не бесплатно. То есть в этой презентации нет ничего за деньги. Это все то, что можно взять на халяву и то, что можно абсолютно спокойно работать. Брать какие-то артефакты, ну, кому надо, сомнимся, потом выкину, мягко говоря, презентажку, там нужно будет почитать. Можно снимать. Я в основном первое, с чем работаю, на самом деле, я работаю с логами сетевого окружения. Да? То есть любая машина, любая эксплойт, это что-то поломать для того, чтобы какие-то данные стали доступными для кого-то. Это 90% задач. Либо что-то уничтожить, что находится, но оно все равно дает команду на старт, либо дает команду на окончание доклад о том, что все-таки это событие произошло. Ну, это, наверное, какая-то хакерская заморочка, потому что они говорят, ага, я украл, сообщи мне, что я украл, закончил страх. И сообщи, что оно там умерло, я готов это услышать. На этом, мягко говоря, процентов 70 попадается, потому что очень многие статистик после уже узнают, мягко говоря, даже по почте, по артефактам, когда все-таки достаются в руки. И да, этого человека знаю, меня в прошлом году наказал. Я так и не понял, что он там все-таки не сделал. Вот. Тут основной принцип при создании образов жестких дисков – это добиться неизменности образа, потому что, скажем, вы можете дать тоже результат. Самая большая штука – это задавать, не задавать себе вопрос, в какой момент я стал прав. Это вопрос, который задаешь во время расследования все время. Да, почему я стал уверен и строю себе такую модель. И сам себя загоняешь в рамки и говоришь, почему я прав. Сам себе доказываешь, что ты прав. Потом зовешь контроппонента, и он тебе задает вопросы, на которые ты отвечаешь. И дальше, что на самом деле, не есть. Я про файловую систему, наверное, не буду никому рассказывать. Кому интересно, можно вам также провести отдельную коротенькую лекцию, как из этих образов, по сути дела, не только образов, а из МТС, можно извлекать какие-то отдельные модули, которые в общем виде как бы не появляются. Там с помощью определенных флагов, там ну, нужно хорошо просто понимать, как это работает. Но, если честно, на исследование принесли раздавленный Винчестер, ну, буквально в смысле слова раздавленный, потому что пока мы привязали, пользователь уже на нем прыгал.
Слава богу, это не ССД, там остались остаточные сектора, и кто знает, как работает, скажем, эта система. Мы из 24 рейда собрали по остаточным секторам практически 25% информации. Ну, посмотрели, какой рейд, посмотрели, как это, посмотрели, каких секторов, что можно было повытаскивать, и потом это пособирать. Это было вручную почти неделю. Говорю честно, сидели, собирали руками, стаскивали, но нашли, что человек нехороший и очень врал работодателя. Он так, не заслуживаем. Вот. Вы археолог, зачем артефакт? То есть, ну, тут, наверное, кто работал, прекрасно знает. Да, атрибуты NFT записи, они на самом деле дают очень важное понятие. Потому что на самом деле все, что произведено на компьютере, я всегда пользователям говорю, когда провожу вот проблемы с компьютерной безопасностью, ребята, то, что вы когда-то набрали на этой машинке, навсегда остается в ней. Даже если вы перетерли это ноликами и единичками, на самом деле это совсем ничего не говорит, потому что можно несколько раз откатиться назад, и по итогу все равно получить то, что вы там пытались закрыть. Да, оно будет искаженное, да, оно будет неполное, да, оно в каких-то моментах будет очень сильно разрушено, но в любом случае до конца информацию уничтожить нельзя. Это отдельное концу, ну, которое это. Большинство пользователей этим не заморачиваются, большинство тех, кто пишет вирусы, этим не заморачиваются. Они производят простое, мягко говоря, стирание записи, меняя значение флага. Да, то есть информация остается, просто нужно ее вытащить, менять флаги, посмотреть, как дело, что там было затерто, либо что там это. Очень хорошие вирусописатели, они делают так. Штука отработала и спустила себя по ложному следу. То есть выложил какой-то код, который хорошо известен, на который среагировал антивирус, на который среагировала клиента, и ты начинаешь проверять, а, у меня есть лог клиент, это круто, и идешь по ложному пути. Ну, забывая о таких забавных мелочах, что вам могут просто что-то подражать и так далее. Поэтому анализ идет комплексный, и хорошая практика, когда форензиков работает двое. То есть, ну, каждый делится там какую-то часть, отдельно обрабатывает, потом результаты обсуждаются, разговариваются. И обычно делают архитекторов систем, это вообще святые люди, но за их терпение и понимание. И с ним обсуждается, могло ли такое быть, и вообще планировал ли он такое, сейчас он же самым продуктом. Ну, и там всякие вещи. Ну, про карвинг рассказывать, вот это тот как раз вариант, когда рассказывали про остатки ранее удаленного файла, это отдельное конфо, оно очень долго занимает. Но на самом деле что-то полезное, потому что можно восстановить очень много параметров, которые остаются вам на память. То есть вы берете любой источник, по сути дела, там можете даже покопаться в тех вещах, которые находятся в том мой папке System 32. Там иногда остаются какие-то папки, которые не имеют никаких или ничего, но если у них содержание больше, чем ноль, то по сути дела в них остаются какие-то артефакты, часто метаданные, который уже когда собираешь пазл целиком, ты знаешь, ну, откуда ноги растут. Тяжело, больно, обидно, но я опять же говорю, 40% того, что на самом деле форензика может найти и доказать. Основная задача даже не столько найти, сколько составить доказать, понять, ну, для чего это вообще предназначалось по итогу. Так, тут долго рассказывать не буду. Артефакты системы вон там вверху перечислены, и по сути дела, это очень напоминает работу самого пользователя. Когда ты садишься и полез, открыл файлик, посмотрел, открыл ES025, посмотрел, открыл jump листы, посмотрел. Ну, почитал, это занимает очень много времени, это всех раздражает, но особенно когда там на продавец машинах, на видите, что это происходит, а ты сидишь там и ковыряешься, блин, с умным видом, как одни и те же файлы 50 раз пересматриваешь. Так, ну про реестры я тут написал, это для тех, кто, ну скажем, пойти не очень давно, или, например, забыл, для чего что-то нужно. Про это часто очень при проведении расследований забывают. В реестре остается очень-очень много следов на самом деле, потому что мы удалить записи из реестра до конца. Это гений программирования, которые так делают. Я очень ребят это уважаю, потому что обычно после какого-то, блин, частого действия, то есть пользователь что-то там накосячил, ага, посмотрел, накосячил, и начинает затирать везде, где только можно. Но забывают, что в реестре это такая штука, в которой можно только затереть, уничтожив, мягко говоря, дерево каталога с целиком. Все остальное там выкапывается, по частям можно смотреть. В зависимости от типов атак, там есть не только часто, когда работаешь, понимаешь, по определенные типы атак, они происходят из определенной части реестра, да, то есть это атаки на сам машинный код, это атаки на какие-то данные, это все какие-то виды атак, с которыми ты там периодически можешь сталкиваться. Мы опять же будем препарировать покойника, вы это увидите, они отвечали такой очень хорошо насыщенный. Так, ну и дальше по итогам журналов событий, это вообще отдельная конфликт.
Я очень советую всем безопасникам это дело любить, потому что даже по выборке, ну как, у меня вот этот фильм запрашивает создание группы риска, да? Создание группы риска — это всякие бухгалки, люди из финансовых подразделений, то есть и программисты, которые уверены, что они гуру. Потому что они обычно творят вещи, почему говорить про Windows, если многие кто пишет, например, как Linux, если он пишет что-то критичное для системы, у меня есть хорошая практика. Он это пишет на Windows машине, да, которая полностью контролируется. Я лучше заплатил, или настоюсь, чтобы заплатили за оперативную память для ресурсов, чем он будет делать что-то по Windows, в котором, скажем, форензика — это отдельная вообще очень сложная процедура, и она практически чаще всего приводит к нулю, потому что опытный Linux стоит, который сектант со стажем, он очень хорошо умеет скрывать следы своего воздействия внутри сети. То есть по типам тоже рассказывать особо долго не буду, потому что можно откопать практически все. У меня был момент, это случай, о котором мне разрешили сказать вслух. Я работал, скажем, на одной из двух компаний, у нашего клиента знали аккаунт, все было красиво, замечательно, все же знали, были подписчики, кроме одного. И вот по этому одному журналу мы восстановили типа так, что его атаковали через Bluetooth, посмотрели, стали раскручивать. В результате в одном из артефактов нашли остаток логина атакующего. Ну, оказалось, что это его брат. Ну, в результате там мы это дело довели все-таки сюда, и на суде очень тяжело было доказать, мы доказали, как это все происходило. Это вот такой опыт, когда журналы вычислить полностью тоже практически невозможно. Это должно занимать очень много времени. Поэтому реагирование на ситуацию, когда происходит что-то плохое, форензика должно быть очень мгновенно, да, то есть источник идеи, у нас проблема, если удалось локализовать хотя бы там, ну, сектор проблемы, то проще всего сразу убрать пользователя, да. Нормально я как-то взял, заразил систему и сам попытался почистить все журналы. У меня это заняло 3,5 часа. То есть, ну, я так для себя посчитал, что 3,5 часа от момента начала инцидента, это карантинное время, ну, если я успел до 3,5 часов, значит, я получил результат. Поэтому очень сильно зависит от того, как реагирует обезник. То есть насколько быстро они себе локализуют проблему, скажут вот здесь, и, мягко говоря, доставят себя к покойнику. Скажут, вот, на, бери, иди. Покойники, кстати, бывают автоматизированы, потому что говорили про Cisco, очень хорошая надежная система, но там есть тоже отдельные шаманы, которые такие чудеса выдают. Я их вот тоже очень уважаю, потому что это не ленивые люди. Переплевать индусов, которые на этом там же 300 лет сидят. Вот. Не я, но того, это вообще самое частое оправдание, по сути дела, файлы притех. Я всегда первое, что делаю при аудитах систем, я спрашиваю, ребята, а покажите мне политику, которой файлы притех включены, да? Это, по сути дела, там, то ли 125, то ли 149, по сути, имеет индикатор. Последние события, которые произвел пользователь. Да, это маленький кусочек, но, по крайней мере, последние минуты жизни покойника, оно, если покойник сидит в бухгалтерии, то он обычно все действия повторяет, поэтому файлы притех. Остается очень много, ну, всяких вещей, как, по которым можно понять, куда он ходил, что он делал, что он нажимал, и что было это. Посмотрели присоски и нашли, по сути дела, файлы ЛНК. Посмотрели в ЛНК, да, там сразу видно, что то, что не попало в ЛНК, обычно находится там. Но если резко все чистят, они там накапливаются в большом количестве. Ну, плюс, что можно что-то с кем-то вытаскивать, потом все это восходится в таблицу, сопоставляется и смотрится, какая часть чему соответствовала по времени, либо там по количеству операций или обращений в журналах и каким-то еще таким вещам. Ну, про артефакты браузеров я рассказывать не буду, потому что это опять же первое, что ты идешь, это ты просто по админам логи как улазил. По сути дела, если у кого-то кто-то ведет правилок, например, но это вообще святые люди, у них можно последние события выпустить. Вместе со всеми ошибками делать выборки по ошибкам, это поставляет со временем. Да, то есть мы понять момент инцидента и уже, соответственно, свои поиски служит там до более приемлемых порядков, в которых ты начинаешь что-то где-то как-то искать. Ну, модификация ярлыков — это отдельная версия, потому что некоторые зловреды за собой, кстати, ярлыки модифицируют. Но на самом деле это очень хорошие написанные вещи. То есть он куда-то сходил, он какое-то действие выполнил, выполнил его легально через браузер. Я как-то уже рассказывал, что есть очень хорошая тактика сейчас. Подложки переворачивают, да, то есть вам выкидывается такая смешная штука, ну, не совсем дурных, там большой крестик, на который нажал, фактически запустил какой-то скрипт, ну, от своего имени касается системы, а 90% пользователей системы промышленных — это, ну, local admin, да, мы назовем так, есть свои имена. А там берут, просто переворачивают окошко, да, меняют на нет, на самом деле это, ну, совершенно незаметно, кроме того, что выдается сразу. То есть нажимаешь нет, нажимаешь на самом деле, да, окошко непрозрачное, все прекрасно, замечательно. Ловко работает до сих пор.
очень такая четкая штука. Хотя, ну, они многим рассказывали. То есть, если ты что-то нажимаешь, то не надо их сначала нажимать, и если там непонятно, если тебе несколько окон, и они начали активно мигать, то это просто развод, постоянно какие-то активные действия, тебя это раздражает, и хочется это сделать быстрее. Видел такое, такое вообще нет. Видел совсем такое, не понимаешь, не можешь закрыть, позови админа. Ну, пусть они потом за это отгребут. Но они такие более опытные ребята в этом плане. Ну, по части отгребки. Вот, время всегда работает против нас, да, то есть, ну, когда ты создаешь таймлайн, вообще, ну, это от момента, когда ты уверен, что вот это действие началось. Чаще всего таймлайн потом сбегается, да, то есть, когда ты собрал вот эти сложные таблицы, когда ты произвел сопоставление, ты можешь вывести примерно среднее время начала атаки. То есть, момент, когда с тобой что-то пошло, просто отличается от стандартного паттерна. Чтобы понять, что было в стандартном паттерне, ты выкачиваешь, опять же, существующие, если ты уже журналы, и смотришь, использовался как это плохо хотя бы за последние 5-7 дней. То есть обычно поведение довольно стандартное, никаких вещей там предъявляющих или нету, даже те же там критические ошибки, еще какие-то ошибки, они повторяются. То есть ошибки выбрал, разобрал, растащил, вот оно, нормальное поведение, а вот тут раз и что-то поменялось. Вот это момент начала отчет, ну, скажем, таймлайн. Плюс, опять же, он может привязать там какие-то всякие события, есть совершенно бесплатные разборки и там программы, да, по сути дела, которые прекрасно с этим работают. Инструкции написаны, есть даже на русском языке, очень много роликов, и они, ну, не требуют там огромных познаний для того, чтобы с этим, по сути дела, работать. Ну и работа с дампами — это отдельный еще вопрос, опять же, очень интересный, потому что бывает иногда, если машина продавая, какой-нибудь чуваков на проде, то тебе, по сути дела, не могут его не остановить, ничего, тебе дают огромный дамп. И ты сидишь с дампом, боишься, там целая куча вещей, которые с ним, ну, опять же, не на вертолете расставим, и может даже у нас получится показать, что покойник нужного, скажем, размера, или нам кто-нибудь дамп подарит за это время. С дампами работать очень тяжело, они часто либо биты, либо не читаются, либо очень тяжело восстановить из дампа что-то вытащить, либо непонятно, что происходит. И тебе приходится приходить опять же в компанию, сказать, ребята, объясните, а как работает ваш бизнес-процесс, потому что у вас преобразование данных происходило каким-то образом, да, для меня программирование — это математика. Когда берут какие-то никому нафиг не нужные данные, куда-то там засовывают, ну, как коллеги берут какую-то машину, из них выходят совершенно другие данные. Но задача форензика — это зафиксировать, скажем, моменты модификации этих данных. То есть, когда ты приходишь там в разработке, ты вот это хотел получить на выходе? Он говорит, ну, не совсем. Я говорю, а покажи, с какого момента твой код ведет себя не так, как ты не хотел получить совсем. Он говорит, а вот до этого момента вот эти данные преобразовались хорошо, а вот тут это, говорит, пацаны, все это не мое, вот это уже проверять, разбирать, как оно ко мне попало. То есть, ну, вот тут и смотрится за вопрос, каким, скажем, вещам подвержен код. Последняя атака, с которой мы столкнулись и разобрались, это атака с мобильных телефонов. То есть на мобильный телефон заказывается приложение, которое содержит, мягко говоря, вебонос, который передается по NTP-протоколу. То есть, ну, в момент соединения телефона он андроидом никаким боком вообще не фиксируется, он Android вреда не причиняет. И, по сути дела, даже для кассетства, который находится в телефоне, я, наверное, один из немногих людей, который покупает антивирусник на телефоне, ставит лицензионный, но очень нервно к этому относиться. Он на самом деле никак не определяется. Но в момент, когда вы подключаете телефон, по сути дела, вы производите на системные действия, и файлы, которые идут с телефона, не знаю, как это устроено, чтобы до конца не разобрался, они идут уже завышенные привилегии, то есть они доверенные для вашей системы. И те инструкции, которые в этих файлах, если они уже не содержат каких-то явно описанных сигнатур, сценариев или еще что-то. И вот, опять же, очень согласен с предыдущим коллегой про словари и глоссарии. Если будет интересно потом в кулуарах рассказать, как путь боли прошел, и меня очень за это не уважали, не за составление таких длинных вещей. Они спокойно производятся, да, так как антивирусник работает немножко на уровне ниже и уже может фиксировать только какие-то изменения, которые пошли корневых вещей системы, то происходила сборка. Они инжектировались в библиотеке, потом они там отправлялись в интернет, они подкачивали какие-то файлы, сборка занимала буквально 4 дня, ну, при хорошем интернете. В результате получалась какая-то там довольно корявая, но абсолютно рабочая конструкция, которая трекала данные пользователя. Я так понимаю, это была чья-то проба пера, ну, для того, чтобы посмотреть, можно ли это собрать в код антивирусник. Мы со сердцем это подарили, сказали, ребята, посмотрите, ну, как-то совсем некрасиво работает, понятно. Ну, это так.
из жизни этих людей. Порядки реагирования на инцидент, они очень быстро описываются, да, то есть кто-то стоял на месте, кто-то сделал систему, кто-то снял, как-то создал образ. Если у кого-то очень богатая контора, то можно купить есть специальные железки, которые создают образ сразу большого количества, например, не могут купить десятки сразу, если я сразу купить, то купить не целостного. Не так, что ты по одному образу копируешь, потом в лабораторных условиях его собираешь, потом у тебя не получается, потом ты берешь там бутылки чего-нибудь такого увеличительного количества цвета для админов, чтобы они тебе это собрали с тысячами. Ну, потому что там силы бывают разного уровня. Вот, выявляешь, находишь, пишешь хронологию событий. Для чего нужна хронология событий? Для определения степени виновности, либо невиновности себе. Форензик не всегда. Да, то есть, опять же, мы не работаем с людьми, мы работаем с людьми. Мы не говорим хорошо или плохо, мы говорим, было событие или не было событий. То есть оно не хорошее, не плохое. Это просто описанное событие, которое имеет под собой документальное, либо там иное какое-то вид подтверждения, которое передается уже для рассмотрения всякими пацанами в мантах с молотками. Это уже их дальше проблема определять, плохо или хорошо. Наша задача найти, раскопать, восстановить, как это все происходило достоверно. Потому что, опять же, были моменты, когда обвиняли пользователей, раскапывали пользователей, оказались не виноваты. То есть это невозможно было ни предотвратить, ни найти, ни заставить каким-то образом сделать. Ну и сообщательно, вот там я писал, что неоднократное снятие дампов памяти, проверки на шифрование диска, жесткое выключение машины из розетки – это очень вещи, которые практикуют против форензики, но на самом деле. Причем они бывают снимут хороший дамп, да, по сути дела, его куда-то положат, там, наверное, видно место. А потом, когда машина зашифрована, например, с тем же битлокером, пароль на 8 символов, ну, ломается почти 3,5 недели. Ну, это такое не сильно сложно, там, еще что-то, ну, а так, очень такие есть моменты неприятные. Причем, опять же, очень многие безопасники очень учат плохим вещам, которые называются, если у тебя что-то пошло не так, выруби машину. Мы всегда приходим, когда ведем там какие-то занятия, мы говорим, ребята, если что-то пошло не так, выдерни с него из машины. Пусть спокойно живет, но это, по крайней мере, спасет эти многие жизни внутри, скажем, даже того же Вилана, да? Очень часто там есть выражение такое. По Вилану пробежалось, если ядро плохо сконфигурировано, оно, мягко говоря, всегда раскидывается на остальные Виланы там разными забавными способами. Тоже об этом отдельно нужно долго рассказывать. Ну и все. И по возможности получения артефактов. Ну вот тут я описал, что можно, по сути дела, когда совсем все непонятно, в каждом из браузеров есть какие-то вещи, которые, на которые обычно кто-то не обращает внимания. Они бывают всякими очень забавными файлами выражены. Я очень люблю всякие дат-файлы, потому что когда разбираешь дат, даже тоже не бывают фигуры. Создают и маскируются, например, под какие-то службы внутри Винды, да, например, процесс там ИТАС, они могут запустить его 3 раза. И только по размеру, мягко говоря, чистый, который артефакт, именно не артефакт, не всегда, у меня есть эталонные образы отдельных систем из библиотек. То есть, когда ты работаешь с живой системой, ты знаешь, сколько эта библиотека снимает, как она может, мягко говоря, использоваться, какие дескрипторы она за собой тянет, и, мягко говоря, какие разрешения она имеет. И ты, по сути дела, вот эти службы по одной сверяешь и смотришь, как они работают. Ну, скажу, что работа очень занудная, больше напоминает бухгалтерскую. А тут четко перечислено, куда можно залезть, по сути дела поковырять. Сказать, что браузеры нас не предают, браузеры это предатели, почистить это практически невозможно, потому что он тоже защищен каким-то процессом, тоже защищен процессами системы, то есть все каким-то образом защищено. То есть вот эти артефакты перечислены здесь, они в 90% случаев валидны. Они могут не дать полной картины, но для подтверждения там теории или наоборот, для опровержения своего же заблуждения, они прекрасно работают. Ну, здесь я повытаскивал, что мягко говоря, можно поковыряться, что нужно посмотреть. Ну, про кухню я рассказывать не буду, сука не спрашивался, каждый безопасность. Берешь, разбираешь сутки, смотришь, как сука себя красиво, мягко говоря, подставляет. Вплоть до того, что отдельно очень нехорошие люди, они сутки прячут даже с этим детьми. Ну, такие есть. И забавные все товарищи. Вот. Время. При определении, ну, таймлайн можно, по сути дела, составлять. Есть картинка.
центр, ДС и ТС. Я не верю ни ДС, ни ТС. Я верю, что это человеческого разума. Ну, потому что грамотно, нестандартно, подстроенная политика, дело такая гораздо больше, чем все из людей. Здесь люди это проблема. То есть он, да, стал вместе, там, только переживать. Он, как бы, не вместе, как бы, так, не очевидно. Я на здесь не считаю, что я не считаю, я не знаю, значит, что все способны с ним, за все, как я могу это работать, события, да, вы должны четко определить вещи, которые будут, да, дать им, опять же, очень хорошие результаты и описание результатов исследования, это основное требование. Результаты анализа гидрометного ПО, это опять же скорее относится к области работы команды. Просто мы сказали, по поводу, скажем, уровень квалификации повыше. Вот на основании результатов, когда меня, как говорят, разберут, разложат, покажут, во что это завернуто, бывают, мягко говоря, такие вещи, которые при моем же расследовании были очевидны. Расскажу забавную историю, когда ребята там в Рыжестве хранили образа, да, ну, чтобы создавать вот эти образа, они, мягко говоря, качали дырявые форки. Мало того, что они качали дырявые форки, они заворачивали старую версию Джейсона, которая имела дырки. В результате им пробило консул, и в результате, мягко говоря, по сути дела, дало вытащить оттуда базу. Никто это не видел, потому что действия были как бы очень валидные. Ну, опять же, вопрос контроля, который создает своя компания для себя. И когда ты проводишь расследование, часть вот этих контролей, ты перед расследованием читаешь, если это есть техническая возможность, и, соответственно, просишь внести правки, либо рекомендуешь внести какие-то правки в области именно бумажных контролей и бумажных процедур. Тоже такая неприятная часть работы, потому что, ну, очень, на самом деле, важная. Так, большое спасибо это Алексею Полякову, потому что он был моим преподавателем, он моложе, но умнее, ну, и хитрее, и немножко, да, от меня лично. По большому счету на мастер-классе или воркшоп там проведем, как получится, будет интересно, потому что, опять же, часть вещей, которые мы там будем использовать, мы будем использовать сами впервые, мы с ними не сталкивались. Ну, потому что у нас таких покойников еще не было, поэтому это будет совместная работа. Думаю, кто захочет, я приглашаю. Ну, дальше я готов. Помидором там, немножко еще расскажу. Проводов. Про всякую математику. Математика вообще очень забавные вещи, почему я очень много говорю об образах. Хорошая практика, если у вас, мягко говоря, есть средства ВПО и политиками описаны. Если у вас есть средства ВПО и у вас политиками описаны, скажем, методы разлива средства ВПО на машины пользователей, по сути дела у вас есть система эталонов и мер.
И по сути как, я помимо резкого ПО иногда делаю срезы. То есть машина поработала месяц срез, машина проработала 3 месяца срез, машина проработала полгода срез, но в зависимости от того, с какой интенсивности там меняется, скажем, программное обеспечение или какого вида разработки на этой машине ведутся. Ну, тут для большинства не секрет, я работал на ГВПК. Ну, это такие военные, они там всякие страшные штуки делают. Вот, и потом на основании вот этих образов создается коллекция библиотек и событий. То есть, да, события, например, там, библиотеки, там, PLL, там, такая-то, весит она столько, да, ну, какой у нее сумма реальная. И часто бывает, что когда ты берешь ту же DLL, ты пересчитываешь сумму, она уже не валидна. То есть дальше идет перечень DLL, которые влияют на процессы систем, да? То есть и в процессах систем, если ты смотришь DLL не валидна, ты уже можешь залазить в процесс систем, смотреть, какие изменения за собой повлекли. После этого есть еще отдельная таблица, в которой наработаны все события, ошибки там 70-16, там и всякие другие замечательные вещи, которые связаны с вот этими изменениями в систем. И вот это такая елочка. По сути дела, экспресс-анализ провести очень легко, сделав выборки по определенным библиотекам с учетом того, какой трафик посыпался с машины. Ну, то есть, потом, почему, говорю, задача очень комплексная. Посыпался, мягко говоря, очень странный трафик. Ты понимаешь, что в системе что-то изменился. Ты взял, поменял с эталонами и составил математическую модель. Ну, по сути дела, такую, которая тебе позволяет понять, что-то происходит плохое, или это просто, на место говоря, кривая работа поиска, или криво написано ПО, потому что очень часто на наказанных апдейтах есть проблемы. Плюс очень многие разработчики используют, ну, копипастом всякие забавные вещи, создают батники, которые выполняют какие-то ключи, и которые тоже создают забавные артефакты. Я для себя завел правило с этими разработчиками проводить спасительные беседы, в которых спросить и создавать хотя бы самопроцессные сертификаты. Ну, которые можно выставлять как идентификаторы в доверенные сертификаты через антивирусников или просто понимать, на основании каких сертификатов были запущены те или иные процессы. Во многом это позволяет высекать гадости, потому что то, что запущено без сертификата, оно в правилах априори считается уже, ну, нахрен, либо враждебным, требующим реакции, либо требующим изучения, ну, какого-то. Мне бы сами понадобилось, извините, заставить усилия. То есть, я готов к вопросам. Вопрос появился давно, не знал, кому задать. Вот теперь вам. Вот, вы в своей работе вы пытаетесь как бы выйти из состояния неопределенности. То есть сначала получили что-то непонятное, и потом в конце оно стало понятно. То есть, и при этом вы сами себе доказываете свои собственные гипотезы. Вот, и при таком вот доказательстве легко уйти, ну, в так называемое мотивированное рассуждение. Motivated reasoning. То есть когда вы настолько уверены в том, что вы предположили, что не принимаете никакие там контраргументы. Вот если вот такое случается, а при в инфобезе это может случиться, ну, часто случается, то это, в общем-то, вас может превратить, ну, уже из там профи там и человека на стороне добра там в обезьяну с гранатой. То есть вы можете просто пульнуть не туда и что-то там порушить зря. Вот, ну, вопрос в том, вот, как можно контролировать контролера, вот, чтобы такого не случалось. Я никогда не работаю с ним. Я работаю, он не знает, что мне работать. Ну, а тут это все, что я сейчас не прийти, и не я из людей, которые мне нужно показать, и поэтому тут не вопросы. Но опять же, это внутренний комплекс, и никто из нас занимается местами, никогда не скажет, что я опасно процент. Я могу гарантировать достоверность, что все мы вероятны. То есть, если я гарантирую достоверность, что статистика вероятность 55-70%, то это не даже вопрос. Потому что все остальное я отношусь к области и сравнение вот этих тысяч посудов в личных состояниях шаблонов. Их шаблонизация, да, она в какой-то момент вполне наступает. Как бы ты ни старался от этого абстрагироваться, воспринимать каждый раз его не как новое, всегда хочется как нормальному человеку полениться, и все, что ты уже до этого как бы использовал. Есть такой момент. Еще. Добрый вечер. Илья зовут. И
Скажите, сейчас в Беларуси ваши, скажем так, способности применяются? Ответ на все вопросы в трех буквах. Ок. Ну, ничего отличного, ребята, еще раз говорю, вы понимаете, что увеличение полемики, это уже, ну, мягко говоря, все, это расстрел. Не, на самом деле, в Беларуси, вот, на момент, когда появился свет, у меня, скажем, сейчас и клиенты практически не останутся, потому что на самом деле это работа сверху, да, и потому что, например, охота, чтобы, мягко говоря, какашка не вызвала из дома, тогда-то завод кого-то меняет, например, меня в свою команду. Тогда да, но опять же, мы об этом сейчас никому никогда не расскажем. То есть, если у меня случайно видели, да, не видели меня не видели раньше, я туда просто зашел как из кофе. Даже если кофе там нет, спасибо. Даже если у меня красные глаза, распухшие пальцы. Слава Богу, не терял, подменил. А, расскажите, пожалуйста, про форензику, насколько осложнено на всяких там вот модных Apple девайсах, то, что связано как бы с C-левелом, ну, то есть вот такие вот вещи. Ну, то есть то, что вы говорили, это в основном Windows, это в основном как бы закрытый какой-то контур, а когда у нас есть там замечательный большой босс, у него красивая, большая, дорогая система, да, и он в нем, так сказать, тоже сидит, занимается тем же самым, чем и обычный пользователь, вот, вот такую вот вещь. Встречалась ли в практике? Но у вас конкретно как бы особо вот, практика? Небольшой вопрос, ну, не тролльский. А что вы используете для агрегации и анализа данных, там, визуализации, там, какого-нибудь там Монтега, там, Спайдерфуд, что-то подобное? Excel-ка там. Ну, допустим, вот где вы строите у себя chain атаки? То есть вот вы нашли кучу всяких артефактов там. Поняли, что там какая-то хрень, там какая-то не очень хорошая штука. Как вы это все увязываете? То есть где? Виртуальное оборудование. Тоже виртуальное А там бумажный анализ и визуализация. Понял. И много занимает эта вот бумага морательства? Если мы можем
Насчет того, что вот вы говорили, оно само, это не я, да, вот упоминали, и группу риска, там, бухгалтерия, там, финотдел, там, допустим, ну, к примеру, это более группе риска по финансовой части. Хотелось бы уточнить, а почему бы, вот, допустим, если настроить перенаправление событий, да, и вот на отдельную машину, которая будет собирать все эти логи, и вдруг что-то случилось, уже смотреть не на трупе искать, а вот логи на той машине смотреть. Ну, я понимаю, да. Только в целях экономии, да, получается, наверное. Ясно, спасибо. Еще вопросы есть? Ну, раз нет вопросов. Да, вот вы показали, как сводить таблицы, вот все на бумаге. Неужели сейчас вот огромный же рынок, наверное, форензики, да, везде во всем мире совершаются преступления, все их расследуют. Какая-нибудь аналитическая система пишется для того, чтобы было удобно сводить там факты, отделять от проверенных фактов, непроверенных, и потом сводить вот в отчеты, которые уже, ну, для доказательной базы. А, есть, но опять же, я, как и предыдущий оратор, я не верю сегодня на эфире, не верю на смазке, я верю, что это просто. Я пользуюсь инструментарием, который мне позволяет получить доступ к данным, но не пользуюсь ни предметами, ни написанными мной при работе с объемами данных. Мне проще подойти к аунизаторам с разработчиками, чтобы они мне написали какую-то конкретную вещь, которая конкретно выполняет всю задачу, четкое понимание, которое у меня возникло, чем отдать куда-то в аутсорс и получить какой-то результат, который не прогнозирую, не верю. Ну, я старовер, мне так говорят. Не верю, я чудеса. Спасибо. А? Блин. Нет, я, честно вам скажу, гордость и реклама. Я не закончил лабораторию, но типа в Вене, я не закончил лабораторию. И помню, это дало мне очень четкое понимание, кому я могу пройти, и что я могу у них после этого выбрать. Ну, то есть меня не обманывают, так, я не могу выйти на это. Вы не, братан, я точно знаю, что это. В этом плане нормально. Но для этого тоже нужно время, я тоже все прекрасно понимаю, что для того, чтобы стать серьезным специалистом на Питоне, надо заниматься только Питоном. И тут нужно выбирать, либо ты собираешься в автопарках, либо ты, мягко говоря, изучаешь купон. И купон платят больше, но опять же, мне не только каменных данных, заводить для разработки, чтобы изучать на программирование, или там в разработке. Не, мы кто-то говорили, они делитесь. Спасибо. Руслан? Подарки и блокнотики за хорошие вопросы.